Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герои Диснея Battle Mode. Так, ну что же, вы открыли арену. Чего ты ждешь? Пойдем. Пойдем, Ванилопа, только куда? Выбери героев из списка ниже. Кстати, ребята, вчера открыл себе вот этого вот того персонажа. Так, подожди-ка, он у нас танк. Но я лучше, наверное, возьму вот таким образом. Сколько? 4 могу, да? Вот так вот. Поехали. Бой. Арена. Хм. И против кого мы тут будем драться? Ох, ёпрасоте. Так, секунду. Я на 5-м сервере сижу. Никого. А, так тут бой проходит. Нет, ребята, это у меня... Точно. На арене нельзя отключить автоатаку. Ты понял? То есть тут бои проходят в автоматическом режиме. Так, ладно, хорошо, давай посмотрим, кто кого тут, ребята, сможет выиграть. Ну, у него, извини меня, 5 персонажей, а у меня 4. Я считаю, что это, ну, по крайней мере, нечестно. Да? Это нечестно. Это что такое, я не понял. Почему тебя не заморозили, эй, малышка? Слушай, зря я, по-моему, сюда рванул на эту арену. Зачем надо было так делать, я не знаю. Тоже мне дали. Похоже, у вас возникли сложности в этом бою. На этом экране вы увидите анализ ваших героев и рекомендации улучшений для победы. Понятно. Кнопка «Показать мне» автоматически принесет вас к рекомендуемым улучшениям. Попробуйте нажать на нее сейчас. И... А, ну да, конечно, ребята, у меня есть кое-что для улучшения. Вот, все. Все, что я мог, я потратил. Так, можно мне посмотреть, что у меня на почте? Неделя чудес. Получаем. Так, вкус VIP. Получить. Так, выполняя все задания каждый день. Понятно, задания мы еще с вами пока не выполнили, поэтому ничего мне не дадут. Но зато вот здесь я получаю, ребята, усиление выносливости. Угу. Так, в предметах. Ёлки-палки, что у меня? А это что такое, ребята? Смотри. Кстати, я не знаю, у всех ли не работает, ребята, реклама. Вот я смотрю рекламу, и у меня ничего не происходит. Так, VIP 5 на сутки. Использовать. Слушай, можно продать за 25 тысяч, а можно, ребята, его использовать по полной программе. Ну, я пока, наверное, не буду, оставлю его на потом себе. Так, ну что, в почте у нас... Ага, разделение Лиги Арены. Погоди-ка, ваша Лига Арены стала слишком большой, поэтому мы ее разбили. Теперь вам будет проще получить повышение. Так, вы потерпели поражение на арене. Подожди. Если я не хочу, ребята, сейчас играть на арене, я просто хочу поиграть просто в основной режим. Поэтому давайте, ребята, перейдем. Сундуки сейчас бесплатно. Получить, конечно же. Что они меня еще спрашивают об этом? Какой-то цветочек, ребята, я получил. Это золотой цветок. Купить за 10 тысяч. Нет, я пока ничего не буду покупать. Мы деньги с вами сохраним. Так, ну что, видео. Оно не работает у нас. Ребята, а вот это что у нас такое? Так, невероятное предложение, спасибо большое. Так, а здесь вызов, уровень команды 30, нет, не хочу. Турбоусиление. Пока для меня это непонятно все. Так, воины гильдии, колизей, гильдия, рынок, испытания, миссии. Ребята, что, мне только дана компания? Ну ладно, давайте продолжим с вами компанию. Мы с вами остановились, вот эта станция на Пакерской улице. Угу. Ладно, я не против. И давайте, ребята, попробуем подраться. А куда у меня музыка вся делается, не могу понять. В бой. Так, я самое главное не слышу даже, ребята, ударов никаких. Просто тишина. Вроде бы звук у меня есть, я его не отключал. Но, видите, все почему-то в глухомань идет куда-то. Так, здесь можно, знаете, что сделать? Вот так, я думаю, даже ускориться маленечко. Потому что, ну, слишком долго они будут ходить. А я больше уверен, что мы здесь с вами разрулим всю ситуацию. Потому что герои у меня же довольно сильно прокачаны. Так... Смотреть, что у нас тут происходит. Вообще изи. Так, Ванилопа отдыхает. В общем, этот уровень мы прошли с вами на 3 звезды. Замечательно. И, может быть, даже я могу кого-то здесь улучшить. Давайте-ка посмотрим. Так, предметы. Что? Надеть. Конечно, наденем. Так, повысить. Вы готовы повысить героя, мистер Исключительный? Конечно, хочу. Конечно, хочу. Они меня еще спрашивают о чем-то, да, ребята? Ну, как-то так. Так, открыт новый навык. Сильный толчок. Мистер Исключительный топает по земле и наносит 135 урона врагам рядом с ней. То есть, грубо говоря, землетрясение он создает, да? Так, а что у нас у Фриона? Надеть. Давай наденем. Тоже, ребята, повышаем, конечно же. В обязательном порядке. Ну как же без этого-то?
Чем круче у нас персонажи, тем лучше нам потом играется. Так, открыт новый навык. Холодный фронт. Стреляет ледяной волной в ближайшего врага, нанося ему 226 урона. Слушай, ну тоже неплохо. Так, а мы с вами переходим на вот эту вот миссию. Поехали. Так, что? Погоди-ка, что вы мне там пишете? Каких я могу героев? Не надо мне ничего. Поехали, который состав у меня есть, мне он вполне устраивает. Что вы меня там с панталой избиваете? Так, ну что, ребят, смотрите, тут у нас все отлично. Первая волна вообще прошла замечательно. Вторая. Так. Вот, вы видели, как он делает волну? Я отлично все это увидел. Так, я не шучу. А этот чат всегда так будет, да? В прямом эфире? А если не хочу, например, читать, он меня немножко отвлекает. Нет, наверное, он так и будет, ребята, у нас здесь висеть до последнего. Так, ну что же, крыши на третьей авеню. Я так понимаю, здесь у нас будет типа мини-босса какого-то. Слушай, говорят выбрать героя. Ну, я думаю, что незачем мне сейчас выбирать героя, потому что вот мистер исключительный, он уже прокачан все-таки. В принципе, и этот, как его звать-то у нас? Ёлки-палки, я уже забыл, как моего этого крушителя-то звать. Вот так вот бывает, ребята, да, вообще голова не соображает, честно говоря. Уставший с работы, но, тем не менее, мы все равно с вами прошли этот этап. Так, на 3 звезды. Так, а станция Мышеград. Слушай, интересная станция, да, название? Мышеград. В бой, конечно. Погоди-ка, а я, может быть, могу еще одного персонажа взять, а? Четвертого. Может быть, просто я не пытался? Действительно, у меня же команда подросла до какого? До 13-го. До 13 уровня у моей команды. Плакали на короле льве. Кто там плакал у тебя на короле льве? О чем ты? Радость. Так, ну что же, довольно легко идем с вами. Кстати, это мы, ребята, проходим на нормальном режиме. Мне открыт еще элитный режим. Ну там, конечно, серьезно, очень довольно-таки жестко. Слушай, действительно, я мог взять сразу же еще одного героя. То есть вот теперь у меня полная коннекция. Так теперь вообще все будет у нас на изи, если честно. Смотрите, ребята, мы просто будем проходить. Так, бомбим. Фух. И я так себе назарабатываю. Так, устранить ошибки. Шастик, ты мне нравишься, парень, но ты идешь по тонкому льду. Осторожно, мы не знаем, на что способен этот малыш. Это точно, мы не знаем. Что это вот это за чувачок такой, а, ребят? Кто это такой? Что это за шаман Будда тут? Так, ну тем не менее, мы с вами, ребят, прошли. Я хочу, знаете что, посмотреть. Медали у нас какие-то есть. Крыши на Мэдисон Авеню. Это мы прошли, получаем 3 карточки. Чего там? Кого? Я так и не помню, кто там, ребята, был, показывал. Ну, факт в том, что мы получили карточки на него. И давай посмотрим, что у нас по героям. Во-первых, я могу вот сюда. А, создать. Создаем. И надеваем сразу же тогда, да? Какая-то эмблемка крабика. Так, а здесь у нас еще у кого? У Фриона мы можем что-то, ребята, с вами надеть. Давай наденем. Слушай, а вот это все потом, наверное, придется нам, ребята, крафтить, судя по всему. Моды. Подними редкость до фиолетового плюс 1, чтобы использовать моды. А что такое моды? Это надо будет потом, ребята, почитать уже вне кадра. Потому что сейчас я в этом разбираться не хочу. Моды еще какие-то будут. Так, ну что же, станция Мышеград. И вот, ребята... Так, Джуди. Полный оптимизма и решимости Джуди Хоббс использует свои навыки кикбоксинга, чтобы подчинить себе врага. А ну-ка давай посмотрим, ребят, я хочу посмотреть, что это за кролик там такой. Так, этих отдуплили. Двигаемся дальше. Опа, смотрите, ребята, какой-то новый противник. С пушкой с такой. Промазал. Так, а вот теперь не надо, ребята, мне ускорение, я хочу по-медленному посмотреть. Что это за Джуди? Да ну, ребята, какая-то ватная, разобрали ее моментально. Такая психанула еще. А вот этот вот, да, смотрите, ребята, он... Не пойму, мне показалось, что он был крепким. Так, то появляется, то улетает. Что с ним вообще происходит, не знаю, ребята. Слушай, а мы вот пройдем вот эту вот фигню, да, дойдем до 7-го. А дальше-то что? Что будет дальше? Мы с вами перейдем на новую территорию, да? Это у нас типа будет как... В этом, в Assassin's Creed Восстание, да, мы проходим с вами одну локацию, и нас переносят по прохождению первой на вторую, и так далее, и так далее. Слушай, я думаю, наверное, будет где-то так приблизительно. Так, ну что, ребята, тут пока все изи, вообще никакого сопротивления, вообще не вижу. Посмотри. Ну, если стоит зайти, ребята, в элитный режим, это сразу будет жесть. Я попытал, ну, для меня в данный момент очень сложно. Там я прошел, по-моему, 2 или 3 уровня на
3 звезды, остальные мне, конечно, сложно проходить. Но тогда и персонажи у меня не были прокачаны. Видите, у меня только мистер исключительный, да, получает 2 звезды вот у него. Максимальное количество звезд, скорее всего, здесь 5 или 6, мне кажется. Судя по тому, сколько здесь, ребята, места для этих звездочек. Ладно, мы все это с вами со временем увидим. Слушай, я очень много получаю, ребята, плюшек классных. Слушай, дай-ка я, наверное... Я ведь могу сейчас, в данный момент, вот это вот истратить, использовать. Да, давайте-ка используем. И, наверное, на ванилопу, я думаю. Так, включаем. И вот так вот. А максимальный уровень здесь 16-й почему-то. Хм. Так, битва леденцов. Кстати, можно, ребята, вот так еще прокачивать скиллы. Так, 2500. 10 уровень. А какой тут максимальный, я, честно говоря, не знаю. Так, можно вот здесь вот сильный толчок. Ага, VIP нужен, да? То есть я больше не могу прокачивать или что? Хм, странно. Хорошо, ладно, нельзя так нельзя, с вами не поспоришь. Что мы здесь с вами заработали? Задание. Так, практика «Путь к совершенству». Забираем, конечно же. И продолжаем, ребята, с вами нашу эпопею. Так, 7-й уровень, я так понимаю, да? И, ребят, та же самая будет команда, потому что мне не на кого менять. Да и незачем, я думаю. Смотрите, просто распетрушиваем их. Так, кирка. О чем они тут говорят в этом чате? Я не понимаю, если честно. Так, и последняя волна. Это, ребята, здесь у нас... Бррр, мама? Шастик, это правда ты? Ох, дорогой, что с тобой? А, испугался, мама. Не думай, бззз. Могу продержаться дольше, бррр, добраться, море, гр... Короче, ребята, их глючит. Стой, останься с нами. Устранить ошибки. Короче, кто-то ими повелевает. Я не знаю, кто, ребята, но... Стопудово это какие-то голограммы, это двойники, это даже не родные. Нет, мы потеряли его. Не бойся, Хелен, мы вернем его обратно. Мне показалось, ли он пытался сказать, как помочь ему. Но он говорил что-то про море. Наверное, он имел в виду Оушенсайд. Это к северу отсюда, пойдем. Так, ребята, мы идем в какой-то Оушенсайд, я так понимаю. Глава первая пройдена. Восходная улица. Вы очистили этот район от вируса. Зона зачищена, отлично, ребята. Одни меньше, но еще много осталось. Не волнуйся, дружище, если валить их по одному, то скоро город будет чист. Тогда пора за дело. Ну, естественно, ребята, и у нас с вами вторая глава. Ух. Слушай, смотри-ка, новый какой-то монстр против нас тут будет. А ну-ка, поехали посмотрим, надерем ему задницу по полной программе. Так, ну этих мы видели уже с вами. Так, этого мы сейчас быстренько накумарим. Так, вторая волна. Слушай, ну почему персонажи, вот эти вот враги, одни и те же, одного типа? Могли бы что-то разнообразить на самом деле. Так, а вот, ребята, этот минотавр-то оказывается. Вот он. Не минотавр, а бык или буйвол вонючий, короче. Потому что вокруг него мухи летают. Так, давай двигаться сюда. Ну, здесь ничего нету. Угу. Так, давай, ребят, попробуем. Я думаю, что мы должны здесь справиться. Пока все легко. Я потом, знаете, что хочу сделать? Попробовать на элитке сыграть. Если, конечно, потяну. Можно, в принципе, посмотреть. Ты хоть, ну, погоди, помнишь? Как Бонга кто-то там такой. Причем здесь, ну, погоди, интересно. Да, ребята, вообще на изи проходим. Мне нравится, как мы с вами прокачались. И давайте, наверное, дойдем с вами до дока 12С и будем закругляться. Нет, я еще один уровень попробую пройти на элитке. Ну, заодно вы посмотрите. Хотя я больше чем уверен, что вы многие уже не то, что смотрели, а вы уже и проходили их. Потому что вы давно просили, чтобы я ее стал снимать, эту игру. И я ее снимаю, поэтому вы там прокачаны, наверное, покруче меня в разы. Интересно, когда мне будет доступен набор гильдии и так далее и тому подобное. Потому что как-то одному ходить, ну, скучно, понимаете, да, о чем я? Так, что такое? Командный уровень, ребята, 14-й. Вот так-то вот. Мне что-нибудь за это дают? Нет? Не дают. Ну что, проходим вот этот вот уровень с вами. Опа, это кто такой, ребята? Это Феник. Небольшая лиса с взрывным характером. Феник бьет врагов своей мега-мороженкой и иногда вызывает свой любимый фургон. В плане. Как это ты... Собираешься вызывать свой фургон? Это что такое вообще? Он будет меня давить им или что? Или это как массовая атака будет? Не знаю, посмотрим, увидим.
Так, вот это какое-то безобразие, ребята, минотавр, если честно. Почему я называю минотавром? Это бык какой-то все-таки. Так, вот, ребята, он со своей мороженкой бегает, видите? Он бегает со своей мороженкой. Где твой фургон? Я не вижу. А, вот он, ребят, но он его вызвал слишком поздно. Он уже все, отдуплился. Так, и давайте, ребята, вот, смотрите, вот здесь я даже не прошел, на 3 звезды. Давайте-ка попробуем пройти, вдруг у меня получится. Во-первых, у меня... Так, что ты мне показываешь? Ага, вот так вот. Да? Я думаю, это будет оптимально. Тут опять у нас, ребята, награда, 10 гемов мы с вами зарабатываем. Погоди-ка секунду, там еще можно было, да? 4 карточки на этого вот охламона, который мне не нравится. Так, забираем здесь. И в бой. Поехали, ребята, в бой. Посмотрим, как у нас пройдет. Это элитный уровень, еще раз повторяю, который я не смог пройти. Потому что, ну, смотрите, все равно танков разбирает. Несмотря ни на что, они ватные, ребят. Не знаю, босс нас, скорее всего, побьет здесь. Так, мы его типа оглушили, заморозили. И смотрите, сколько у нас, ребята, здесь здоровья. Не так уж и много, в принципе. Так, ну и вот, ребята, у нас босс. Так, ну, с этим легко справились. Да ладно, и здесь, что ли, легко? Слушай, ну сегодня мы проходим изи. Тут по-другому не назовешь. Ладно. Так, командный уровень до 15 вырос. Слушай, ну это круто, мне нравится, когда мы так быстренько с вами развиваемся. Получить, конечно же. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, на этом сегодня хорош, потому что уже время позднее, надо отдыхать. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Прокачаемся. И Якс, ребята, вот кто это у нас. Открываем. Открываем нового героя. Господи, какой он безобразный. Нет, ну так он выглядит лучше, да? У нас новый герой. Так, и что же ты делаешь? Да, многих почему-то наш вид шокирует. Но у меня вот, скажем, вызывает дрожь шмотки на зверях. Господи, откуда он взялся? Такой чувак. Такой, знаешь, этот. Так, подожди, мне не хватает, да? Ребят, не хватает, могу только вот здесь сидеть. И все. А этих почему-то у меня нету. Ладно, мы это все добудем и, ребята, оденем и прокачаем. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.